Во имя Отца и Сына и Святого Духа. У нас открыт новый канал с сегодняшнего дня. Он будет называться «Во свете Библии открытым оком». Игнатий Лапкин, это я. Вот сейчас у нас больше 1000 роликов. И о чем они? Это о том, что у нас детский лагерь православный. Он был единственный в России в свое время. Там все о нем сказал. 40 лет. Без помощи государства. Тысячи детей. Совершенно заброшены бывают дети и меняются в течение одного месяца. Так что прилетала к нам из Лондона Кэстонский институт Ксения Деннон, директор его. У нас откуда только не было. Сняты у нас фильмы, занявшие первое место на международном киноконкурсе «Предчувствие». Они все здесь. И один фильм занял первое место документальное в России. Далее, мы строим с нуля православную деревню. Православная деревня. На 17 тысяч разрушенных сел это одна такая деревня. Еще неизвестно, что получится. Где нельзя ни лгать, ни пить, ни материться, ни курить, ни воровать. И тогда только мы первый разговор ведем с человеком. Это все здесь в роликах, не считая, что еще и в Mail.ru, и на нашем сайте, и форуме. Все они одинаково называются. Во свете Библии открытым оком. Кроме того, я много лет вел занятия в университетах разных, на радио, и заснятые кое-где были ролики. Здесь это все сказано. Мы православные христиане. Принадлежали к русской православной зарубежной церкви. К той части, которая вошла в принятие акт канонического общения. Ну, так называемое объединение. То есть мы, наши батюшки могут служить там, отец Аким служит в Московской патриархии, они приходят у нас, служат. То есть нас ничто не разделяет, кроме самого отношения к делу. У нас очень на высоком уровне благовестия. Только в прошлом году, только в одном году, мы проехали 240 городов и сел от Москвы до Находки. Кроме того, мне Господь позволил издать 38 книг и 3 в интернетной версии по 750 страниц книги. Я там отвечаю на 4124 вопроса. Это все здесь. Желательно, чтобы кто это слышит, подписывались. Я православный проповедник-миссионер, 50 лет стажу. В моем доме разное. И ни один, и ни два пришли сектанты и стали православными батюшками. Все до одного, они в Московской патриархии. Я был арестован несколько раз, сидел, как это все здесь сказано. Нынче мы готовимся проехать примерно 34 государства. Начиная с Польши, Прибалтика, Скандинавия, ну и по низу до Турции, и через Португалию вернуться. А далее пройти по югу, в Грузии, Армения, Азербайджан. И в каждом городе, селе мы дарим 38 книг библиотеки. Начиная с библиотеки имени Ленина в Москве, парламентской, президентской, исторической. И главное, там мы остаемся, в этих книгах, в том, что нам известно. У кого будут какие-то вопросы задать, чтобы озвучить, все здесь есть. Даже трудно назвать тему, которой бы мы не касались. Это природа, политические. У нас собрания после каждого богослужения. И после этого трапеза и занятия. Они все здесь. Вы можете сами, если можете, задать вопросы. И тогда это будет озвучено. Я могу сказать так, что вот нашим книгам аналога в мировой практике нет. Они все написаны без пригляда, нравится или не нравится. Президент, это патриарх или не имеет значения. Я говорю, что говорит Бог. Они все написаны в пророческом духе. И все эти наши ролики, видео, именно в таком духе. Вот я беседую, допустим, комментирую 30 выступлений Невзорова на основании Библии. Не потому, что он мне нравится или не нравится. Да вот и плесуни эти в храме Христа Спасителя. Я им говорю, что нужно было сделать. Храм запереть на 3 месяца и молиться 3 месяца вокруг. И сердце народа обратиться к Богу. Добавить к этому у меня практически уже нечего. Все сказано. Потому что к нам приезжают журналисты, снимают. Знаменитые из Рио новости везде. Все это здесь. Но заходите еще и на фото. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.